А будет ли свет? Поселенца подвала лишили электроэнергии. Житель многоэтажки освоил подвал в жилом доме, где он соорудил так называемое место отдыха, куда он приходит в свободное время. Данное помещение не хуже какой-либо квартиры. Так называемый хозяин подвала создал для себя все удобства. Это и телевизор, и холодильник, и даже душевая комната. Однако счастье карагандинца длилось недолго. Сегодня сотрудники Караганды Жарык отключили всю незаконно использованную электроэнергию. Подвал подключите, поставьте, потому что люди будут идти, как они там будут в темноте? Положено в подвале свет. Вы только можете прийти вырезать, что ли? Однако Сергей Зойков с отключением не согласился и даже сопротивлялся. Как утверждает мужчина, все было законно. А вот сотрудники проверяющей компании говорят, что Зойков установил дополнительные метры, не опаливал долги. А грубым нарушением было то, что не было прибора учета. Представители Караганды Жарык говорят, что это не единичный случай. К примеру, за два прошедших года в городе было ликвидировано более 3000 нелегальников энергии. А на сегодня их осталось около 200. По данному объекту мы хотели вопрос поднять, что идет бездоговорное, самовольное подключение электроэнергии. То Жарык ликвидирует сверхнормативные потери. Но в данном случае, как видите, в многоэтажном секторе нередкость случая самовольного подключения и переоборудования общего места пользования в какой-то там для комнаты отдыха или для чего-то. Можем только предполагать. В данном случае мы сами видите, к разводке, общей разводке подсоединились кабелем и сделали, можно сказать, полную квартиру там. И вся электроэнергия, которая там была, она была безучетная.